включается сам. Блять, уж такой. Отключился? Да, да. А может он просто, видишь, создал давление и его давит, блядь, потом сгорит. Не-не-не. У него тут датчик, он как кёрлер. Смотри. Вот сразу, видишь, я смотрю. Там вот такие какие-то пластиковые. Ну вот на раз. А я посмотрел этот медный, вроде он железный. По воздушке непонятно. От Кёрхера. От Кёрхера не получается. На Кёрхер надо сильное давление. Нет, там давление, да. Больше. Ну я вот еще пену нормальную куплю, я вот попробую вот эту вот фигню. Ну это ты отдельно покупал вот это или это к этому прибамбас? Нет, вот этот пенный я отдельно. Да, вот это, наверное, самый оптимал. Ну это так, намочить, а потом, наверное, тем скрипать. Серег, ну это все равно не Кёрхер, блин, это... Не, ну естественно. Намочил, блин, прошелся губкой и, да, с... да, и смыл, блин. Да, я опять еще раз так же ее облил. Тебе ведра хватит, машин, по-моему. Нет, на рыбалку, мы приедем, там грязище, на асфальт выезжать, вот, например, вообще у нас стекла все залито. Этой херней хоть стекла, блядь, снимаешь. Ну да. И пока ту сторону мочи, тебя же с этой стороны помогут. Конечно, не звучит. Так, что она там? До 7 ампер, что ли, да? Фигачит.